мая здание проектно-конструкторского технологического бюро «Совалмаш» приобрело практически завершенный внешний вид. В мае строители почти полностью закрыли тепловой контур. Установлены все внешние стеновые панели административно-бытового корпуса и начат монтаж панорамного остекления эркера. Завершается установка внешней облицовки в опытном производственном корпусе здания и пристройках. Завершен монтаж кровли над опытно-производственной и складской частями здания. Близки к завершению и кровельные работы над административно-бытовым корпусом. Осталось утеплить только небольшой участок крыши. Продолжился монтаж окон. Остекление готово более чем на 80%. Внутри здания строители заканчивают монтировать межкомнатные перегородки на третьем этаже. На первом этаже продолжается заливка подбетонки по грунту, поверх которой позднее будет выполняться бетонное покрытие пола. Со времени старта строительства полностью готовы фундамент, металлокаркас здания, залиты все лестничные марши, лифтовые шахты и межэтажные перекрытия. Закуплено технологическое и инженерное оборудование, оборудование для управления климатом и отопления, трансформаторы, различные стройматериалы. Все это удалось сделать благодаря поддержке инвесторов и партнеров проекта, а также грамотной работе команды «Совалмаш». Сроки завершения строительства зависят от темпа финансирования проекта. Каждый из вас может поддержать и ускорить строительство по КТБ «Совалмаш», инвестируя в проект. Одновременно со строительством «Совалмаш» занимается разработческой деятельностью. Например, в конструкторском отделе компании специалисты работали над созданием опытных образцов техники и электроинструмента со встраиваемым асинхронным электродвигателем собственной разработки. Инженеры работали над торцовочной пилой, углошлифовальной машиной, газонокосилкой, дисковой пилой, фрезером. 12 мая компания «Совалмаш» приняла участие во Всероссийском совещании по развитию электрического транспорта и сопутствующей инфраструктуры. Мероприятие состоялось в Москве в Торгово-промышленной палате России. На него собрались представители государственной власти, бизнеса, образовательных, научных организаций, разработчики электромобилей и зарядных станций. С докладом выступил заместитель генерального директора по связям с общественностью «Совалмаш» Александр Сударев. Он рассказал о целях «Совалмаш», технологии «Славянка», строительстве проектно-конструкторского технологического бюро и о том, какие услуги будет оказывать предприятие. В Китае в производство были запущены мотоциклы Denzel Liberty с электродвигателями DA95S. Эти двигатели – новая разработка компании ISPP V-High с применением технологии совмещенных обмоток «Славянка». Мотоцикл подходит для любых дорог – загородных, городских и бездорожья. Первая партия электробайков отправится в США. Для компании «Совалмаш» такие события полезны тем, что способствуют росту востребованности технологий «Славянка» на мировом рынке электротранспорта. Руководитель компании ICPP V-High и партнер «Совалмаш» Виктор Арестов получил почетное звание «Приглашенный профессор Вэйхайского профессионального колледжа». Оно присвоено ему за развитие инноваций в провинции Вэйхай. Напомним, что Виктор активно продвигает технологию «Славянка» и услуги будущего по КТБ «Совалмаш». Почетное звание открывает Виктору Арестову новые возможности для продвижения технологий в Китае и для сотрудничества в различных совместных проектах. 14 мая в Колумбии открылось национальное представительство компании Solar Group и состоялась офлайн-конференция, посвященная этому событию. Национальным представителем компании в Колумбии стала Елена Лозада. Перед участниками мероприятия по видеосвязи выступили топ-менеджеры Solar Group Павел Филиппов и Павел Шацкий. В видеоформате гостям обратились первые лица проекта Дмитрий Дуйнов и Сергей Семенов. Личное участие в конференции принял Бирди Гульшан Кумар, национальный партнер Solar Group в Индии, Непале и Италии. Также в мае Solar Group провела крупные мероприятия с участием топ-менеджеров компании, конференции в Нигерии, Сенегале и живую встречу с участниками проекта в Казахстане. Новые возможности для партнеров появились в личном кабинете. Это конвертер реферального вознаграждения, благодаря которому можно обменять остаток средств на партнерском счете на инвестиционные доли. Кнопка конвертации находится рядом с балансом партнерского счета. Кроме того, стала доступна обновленная презентация маркетинг-плана Solar Group для партнеров на русском и иностранных языках. Скачать ее можно в разделе «Партнерам» в вкладке «План. Презентация». Акции, стартовавшие в мае, помогут вам получить максимум выгоды от инвестирования. Среди них предложения для инвесторов, которые оплачивают рассрочку, для новых участников проекта и для партнеров. Например, акция по увеличению пакета, бонусы при покупке первого инвестиционного пакета, бонусы при оплате с партнерского счета и другие.
Подробности акции узнайте в личном кабинете в разделе «Промоакции инвесторам». Изучайте и пользуйтесь!